На протяжении дня российские боевики на Донбассе 20 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Как сообщили в пресс-центре штаба АТО, наиболее сложной остается ситуация на Донецком направлении. Из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг обстрелял укрепление силовиков в Авдеевке. По силам АТО, расположенным вблизи шахты Бутовка, противник открывал огонь из автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Неспокойно было в Троицком и Верхнеторецком. На Светлодарской Другие наемники использовали и БМП. На Мариупольском направлении было неспокойно в Водяном и маринке. Террористы вели огонь по украинским позициям из минометов и гранатометов.